она нервничает, понимаете, это другой вопрос. Вы знаете, здесь в любом случае нужно было принять решение, оно принято. Что вы приняли? Вы приняли после падения порошка. Вы приняли после падения порошка. Маш, будь добра. Маш, ну после тура расскажи, пожалуйста. Мы будем разоблачать будем и вскрывать недостатки. Давайте. А, вы уже все? Что случилось? После шести партий. Пошли. История такая. Я играю с медиком, который гораздо, гораздо слабее меня, чего там говорить. И вот у меня две лишние пешки, она начинает атаковать, такая острая партия. И дальше она неожиданно начинает все менять. Мы переходим в равные, я смотрю, у меня две лишние пешки остаются, там я одну зеваю. И в какой-то момент я зеваю еще одну пешку, у нее остается лишняя пешка. Она тут же поднимает руку, у нее 6 секунд на часах. Там по борьбе, по ладье, по слову. Она поднимает руку, я требую ничью. Я не играю на время, когда рука поднимается, когда человек играет, соперник очевидно играет на время, он зовет судью, он играет на время. Я не играла на время, там помимо времени, она слабее меня, она началась трястись. Разница, извините, в возрасте, разница в том, как играет Цитно, только у меня гораздо больше опыт в этом. То есть там целый комплекс, и плюс у меня идеи, где я хочу обрести пешки. Судья говорит, играйте, мы сделали несколько ходов. У него падает флаг, и он говорит, ничья. Но вообще-то уже второй случай в этом турнире. Михаил Кличев настроен так миротворчески. Значит, ну ничего, мы это разберемся, поднимем общественность. Нет. Это вот и Валя Гунина здесь. Просто. Я играю с тем человеком. Как только у меня позиция с лишней пешкой, флешпиль, я могу сюда поднять руку и сказать, требую ничего. Жалко, я не заснял этой партии. Ну ничего, будем разбираться. Общественность нет, поднимем. Я обычно сама миролюбива, особенно в таких турнирах. Да я понимаю, Маш. Понятно. Виновные будут наказаны. Не буду.